Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. Что же, дорогие друзья, всем привет, вы на канале DanPlay. И закончился у нас сегодня сезон. Что мне дали за 25 тысяч? Сейчас посмотрим, я ставлю ставку, что это где-то 7 тысяч кастер-поинтов. Так. Сливают нам, конечно, немало, я так думаю. Там у нас Гейл был. Нифига себе, 7100. Это, ребята, жестко. Это тупо в жесть вообще. Давайте вот снимем вот такой вот. Пау. Ребята, это жестко. 7100 старпоинта. Даже боюсь забирать, блин. Я боюсь просто посмотреть, сколько у меня сейчас кубков. Но, если честно, то мне не важно, сколько мне сняли. Я не буду дальше пушить, а будет кое-что другое. Забрали. У нас... И у нас 34 тысячи. Что? Блин, так много. Это серьезно очень много. У меня 23 тысячи 500. А это немного, если честно. Это вообще нормас. А давайте, ребята, после топ-комментов, топ-комментарии и поехали. Пиши комментарии, если тоже хочешь попасть в топ-комменты. А мы заходим в магазик и смотрим, что нам подарят разработчики. Вау, акция идет один день и 22 часа. А когда выйдет Нани? Нани. Да ё-моё, ну блин, почему? Я, блин, хотел, чтобы открыть эти боксы, когда выйдет Нани, а не фигушки. Капец просто. Давайте откроем обычный сундучело. Купим очки силы. Привет, июнь. Такая вся акция, если честно. Мне этот мегаящик вообще нафиг не надо. Что тут по скинам? Фигня. Ну, тропический спраут, но только я его не буду покупать. Ну, потому что скажу почему. Потом уже. Короче, когда будет следующий сезон Бравл Пасса. Так, давайте, ребят, давайте купим эти ящики. Все ящики скупаем. Кстати, у меня 34 тысячи. Мы можем с вами скоро вообще купить какого-то скин золотой какой-то. Или же куплю Джесси, скорее всего, за 10 кастер-поинтов. Я очень хочу этот скин. Но не сейчас, потому что я хочу подождать каких-то новых скинов. Вдруг будут какие-то там новые скины, там по 50 тысяч, там будут какие-то прям вообще топовые. Но, мне кажется, вряд ли, потому что разработчики хотят, чтобы в игру влаживали деньги. Ну, это понятно. Так, ну из бигбокса нам выпало всего лишь 41 очко на Макса. Так, давайте мегабокс откроем. Пожалуйста, циферка 2. Понятно, блин, почему? О, я хотя бы пассивку хотел или там гаджет какой-то. Ну фигушки, нам разработчики этого не дадут. Так, бой с боссом будет... Нанеси... Ой, а почему тик? Ну ё-моё, блин. Выиграй в одиночный шедевр. А какая там карта? Какая карта? Убежище. Окей. Ну, ребят, давайте. Давайте возьму какого-то персонажа. Так. Да не, Макса я не хочу. Давайте Розу возьму и пойду покатаю. Вот такие вот итоги, ребята, 7000 нам дали за сезон. Ждите обязательно следующий видосик, ведь не зря я взял Розу. Вы узнаете. Не буду спойлерить. Хотя, может, кто-то догадался. Кто-то вот у кого... кто, короче, догадливает, тот может понять. Почему я взял именно этого бойца. Ну, а кто не знает, тот ждите видосик. Да и кто знал, тоже ждите видосик. Так, я забыл. Я вообще в игру не смотрю, блин. Я вот смотрю куда-то там, блин, болтаю. Так, давайте. Так, Пенни. Не быкуй, пожалуйста. Ты быканула? Или мне показалось? Так, 8 бойцов. Блин, я просто себе, блин, шастаю по карте. Нифига никого не вижу, блин, кроме Пенни. Одна баночка у меня. Конечно, карта не самая подходящая, если честно.
А что мы тупим? Давайте вот так вот. Все, посидим в кустиках. У меня роза фуловая. С гаджетом и с первой пассивкой. Так, так, давайте, давайте. Вон, закрытим сейчас кого-то. Ща крысанем. Блин, фигушки, там Джеки идет. Блин. Тихо. А-а-а, он идет. Уйди отсюда. Ты чё? Уйди отсюда. Давай её, убивай эту Пенни, блин. Нет, я спалился. Уйди, пожалуйста, уйди, уйди от меня. Да почему вы тимитесь, гадёныши? Блин, я же сейчас умру, она там. Пожалуйста. Опа, молодец, молодец, Джеки с СПС. Давай, давай, мочи этих там. Давай, её замочили, вот дурочка. Вот тупое. 4 есть. Я в этой катке нифига не сделал. Я даже урона вообще не нанес почти. Ну, повезло на самом деле мне. То, что Джеки согрелась на других бойцов. Хотя, если бы у меня щит был, то ей бы мало показалось бы там. Ей бы немало показалось. Она бы, короче, могла бы отлететь. Ты чё, быканул? А ну иди сюда. Я кустики здесь ставлю и буду выживать. А ты подыхай. Давай, пожалуйста, сдохни. Да, есть второе место, я это заметил. Да, второе, плюс 8 кубасов, нормально. Давайте еще сыграем пару каток за розу. Погнали. Так, справа. Справа Шелли. Дэрил. Так, надо взять баночку одну. А желательно даже больше. Так. Ой-ой-ой. Тут Дэрил. Дэрил, конечно, блин, рандомный перс. Ну, как бы... Я не знаю, сможет он меня убить или нет. Фиг его знает на самом деле. Тимиться хочешь? Ну, давай. Только попробуй подойти ко мне, только я тебе так всыплю, блин. Не всыплю, а. Короче, изобью тебя, блин. Не, ну а что, блин? Если она будет сейчас подходить, то она меня вынесет. Так, ой-ой-ой, опасно, блин. Да идите вы нафиг. Да а чё вы между собой не бьетесь, а? А ты уйди, пернатый, блин. Иди отсюда вам, блин. Пернатый, иди. Иди гуляй. Давай гуляй. Чё ты тут делаешь? Ты что, забыл? Что там? Так, так, уйдите. Иди нафиг. Да ты... Ну ты глянь на него. Просто позырь на него. Какой оно, блин... Какой клещ. Пристал к тебе и все. Не отцепится просто. Так, мы с вами сидим в кустах. Карта на самом деле... очень кусается для этого персонажа. Конечно, в дуо можно играть. С каким-то поком. Так, уйди нафиг. Пошел отсюда! Блин. Как же меня он задолбал. Ну уйди! Да вы... Блин. Давай его, убивай, Брок. Давай убивай этого. Я хочу просто посмотреть, как он... Нифига... А, да, сдох, молодец. Ну, плюс один кубасик есть. Блин, это, к сожалению, не победа. Я хотел просто, чтобы квест выполнялся. Давайте еще погнали. Еще каточку. Найдено. Так, давайте. Let's go. Примат. Ну, с приматом можно и затимиться. Мы... Более-менее равны с силами. Так, блин, я хочу баночки сверху взять. Ты забирай снизу, я сверху. Если ты, конечно же, не против, приматик. Забирай снизу баночки. Хотя я не знаю, он вообще не затимился со мной. Какого фига я ему еще, блин... О, Брок, иди. Иди давай, иди. На, нафиг тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. А кто теперь... Откинулся-то, а?
Вот брачело. Дурачело. Так, уйди. Ты там. И ты знаешь, что я здесь. Опа, приматик. Согрелся. А я пока-нибудь баночку пофармлю себе так. Опа. А ты чё? А ты чё? А ты чё? А ты чё? Вот дурачок, блин. Побежал себе такой. Опа, отобрал баночку. Украл баночку бедного приматика. Так, так, сидим, сидим. Центр более-менее наш. Ну, конечно, примат сидит там. О, Роза. Роза, я видел Розу. Она сколько у нее банок? Две баночки. Можно затимиться, помочь. Помочь этому человеку. Ой-ой-ой, зря ты туда идешь. Опа. Ку-ку. О, давай-давай, бит, иди сюда. Иди, тут примат тебя сейчас. С пару тык, и ты откинулся. Давайте, идите сюда. Конечно, Шелли лучше стой там. А бит, добро пожаловать. Но мы уже в плюсах. Так что нормально, нормально. Плюс конец сезона, и на 650 плюс играть тоже не самый крутой вариант. Ну, как бы, не самое изичное, что может быть. Опа, опа, молодцы. Шелли, спасибо, что ты пошла на примата. А я тебя, пожалуй, вот так вот буду. Опа, посела. Добей ее, бит, блин. Молодец, Мортис. Мортяга, молодец. Уйди отсюда, моя банка. Да, это, скорее всего, первое место, ребята. Но я не знаю насчет бита. У него вторая жизнь, наверное, есть. Да и фиг с ним. Я его сейчас... Ура, победа, ребята. Пошел отсюда, еще бьет он меня. Первое место, ребята, поздравьте меня. Ну, мы сыграем еще одну каточку, ребята. Не знаю почему, но я хочу квест выполнить. Надеюсь, выполню. Я постараюсь. А вы поддержите меня лайкосиком. И подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ведь я очень стараюсь и буду рад каждому, кто подпишется и напишет крутой комментарий. Попадет в топ-коммент обязательно. Так, давайте, ребята, снизу баночку возьмем и пойдем в центр, в разведочку, что там творится. Какие там игроки. Так, надо чекать. Опа, Джеки, блин. И примат, они что, затимились? Блин, Нита, ты что, закрысила там? Иди давай, давай затимимся, серьезно. Давайте затимимся, сделаем такую помойную каточку с тимингом. Так, давай. Конечно, Нита, блин, я не буду очень рад, если ты на мне будешь фармить ульту, ты можешь меня реально убить. Медведь, гаджет, если у тебя шатун, то это мне ГГ. Ну, уйди ты от меня. Можешь, пожалуйста, уйти? Ой-ой-ой, Джеки, привет. Давай затимимся, Джеки. Только я не уверен, что она меня... Оставит. Да ч... Ну блин, не. Давай, мы затеемся, а ты иди отсюда. Я не буду тебе давать ульту. Ты чё, офигела? Давай я тогда тоже на тебе буду набивать ульт. Ну ты гля на нее, ты гля какая тупая. Блин, что за помойка? Там мы в тиме, братаны. Мы в тиме. Пожалуйста, не надо меня убивать. Что за помойка на таких кубках, блин? Не люблю тиминг, потому что это рандом. Но я понимаю, что на высоких трофеях это... Давай. Так. Ребята, я на молчаночке. Ты чё? Вот, гля на неё. Убивай её нафиг. Пошла отсюда. Так, давайте сейчас, воробушка. Закрыть на меня захотела, блин. Еще и без пассивки. А точнее, у нее шатуна не было. Опа, надо убить. Да воробья убей. Есть, нормально, ребят. Четвертое место у меня годится. Плюс, блин, не такая-то тупая, если честно, блин. Не люблю таких тупых людей, блин, которые тебя будут крысить, блин. Хотя, блин, они вообще, блин, не шарят то, что они намного слабее, блин. Короче.
Ну, просто если бы у нее пассивка была, она сама должна понимать то, что у нее есть пассивка. Надеюсь, она разбирается, что есть у тебя пассивка или нет. Если бы у нее была пассивка, она меня убила бы. А так у нее какой-то там медведь слабый, который только выспался после спячки. И он меня не смог убить. Кстати, ребята, посмотрите. Я подкопил. Будем ждать выхода Нани. Думаю, до этого дойду. Но я постараюсь, ребята, постараюсь как можно быстрее пройти этот сезон Бравл Пасса. Конечно, я не понимаю, 34 дня осталось. И что нам делать, когда мы пройдем Бравл Пасс? Вот что нам делать? Вот эти вот ящики, блин, открывать, получать по большому ящику за каждые 500 очков, а нафиг они мне надо? Я хочу награды, я хочу каких-то там, блин, монеток тех же самых, блин. Они мне уже монеты не мешают, если честно, у меня 2000 монет. Мне тут повыпадали бойцы, плюс все гаджеты покупал, пассивки. И, ребята, сейчас пойду квест за Тика выполню и запилю для вас еще один видосик. Надеюсь, вам понравился этот видос, где мы получили с вами 7100 старпоинтов. С вами был Дэнплей. До новых встреч. Всем удачи и всем покедова.